Да, вот тебе и день весеннего равноденствия, день счастья. Час гуляем, Татоша уже утомился. Но мы не спеша познакомились тут с мини-специалистом забавным. Он Татошу обследовал. Татоша себе выбрал лежанку на снегу. И сейчас отдохнет. Папе тут, конечно, места не нашлось рядышком. Он у нас, как это называется, эгоист лохматый. Лохматый эгоист, да? А рядом папа может с собой прилечь? Нет, места не хватит. Папе ноги придется вытягивать к проходу. Вперед ногами отдыхать не очень хорошая примет. Ну, в общем, вот так. Мы на берегу речки нашей Рудневки. Сейчас Татоша отдохнет. Солнышко уже почти в зените. Вот. И, наверное, двинемся домой, раз уже устали. Это папа напланировал погулять подольше. Либо нам надо выдвигаться и искать где-нибудь нашу любимую лавочку и посидеть на свежем воздухе. Так сказать, позагорать на счастье. Вот такой у нас лежачий, лохматый сюжетик. Еще раз всем хорошего настроения, мира над головой, голубого неба и счастья, конечно. Наверное, в этом оно счастье, нет его слаще. Всем пока! Ну, вот у нас еще одно селфи в день счастья. Папы счастье привалило. Татоша изволил сменить место своего отдыха на лавочке. И теперь Татоша лежит на лавочке, а папа рядом с ним со своим счастьем сидит, отдыхает. Что-то сегодня Татоня наш притомился сильно. То ли стареем мы оба, то ли солнышко нас так пригрело. Вот такие новости у нас сегодня. Солнечный день. В день всемирного равноденствия и в день всемирного счастья. Татоша, ну-ка, вот, покажись. Покажись ты, мой красавец. Вот так вот. Ну ладно. Еще раз всех с праздниками. Пока.